Снимай, а то проворонишь все. Прошу на связь, прошу на связь. Я 11-372. На приеме. Дайте ваши условия полета. Визуального снижения до высоты 600 метров. Повторяю, до высоты 600 метров. Я на прямой. Шасси выпущены, щит 33. Полосу вижу, к посадке готов. Посадку разрешаю. Вас понял. Сазонов. Очкарь! Федька! Рыжий портовый разбойник! Слышь, а ну пройдись на руках! Ну сделай это для меня! Ну! Для тебя! Да! Так и быть! Давай! Только для тебя! Ага! Ну! Давай, Федька, ну! Давай фас, так! Теперь давай профиль! Ну, теперь иди на меня! Ну! Лодька, а значит, мы не трепачи, а? Очкарь, значит, не трепачи.
Обыкновенно, петлю крутит. Как вы сказали? Петлю, говорю, крутит. А ты чего тут прилип? Просто так, я булочную ищу. Булочную? А может, ты голубей высматриваешь? Смотри, очкарь. А что я похожа? Ладно. На... Толкнулись бортиками в разные стороны. Пожалуйста. Что ж, наша добыча. Ни почем без выкупа не отдадим. Постой, это вроде записка какая-то. Люди, в квартире 46, бодрая 13, срочно нужна медицинская помощь. Федосеенко! Павел Иванович? ПИ! Улица Бодрая. Да, Бодрая, 13. Сейчас квартира. Поезжаю. Есть хочется. Ешь. Слушай, Федь, давай сходим к этому человеку. Ну, к Федосеенко. Я тоже сейчас о нем подумал. Федосеенко П.И. Постучим? Подожди, послушаем. А чего слушать? А вдруг он в шею? Мы же с парашютиком. Ну что там? Не видать ничего. Ну-ка, дай я. Жилища старого моржа хранится высокого горячего ручья. Чё это он, а? Федь, давай идем отсюда. Может, он это, сумасшедший? Волшебник Нуки заковал горячий ручей в железной палце, но ищущий всегда найдет. Слушай, так это же он про батарею. Ну да, в истоках горячего ручья. Ну так зайдем? А чего? Циркач он, я их знаю. Они такие из воздуха монеты ловят. Здравствуйте, хорошие люди. Здравствуйте, мы хотели отдать вам это. Значит, это вы безымянные мои спасители. Почему безымянный? Я Федька, а он Вовка. Вот и хорошо, Федька, Вовка. Большущее вам спасибо.
Ну, проходите, гостями будете. А чё это вы такие робкие? Вроде даже грустные. Это чё? Вот я думаю, чего бы. Крыша над головой, самовар шумит, чай крепко заварен. Хорошо. А ну, принеси-ка вон коробку с подоконника. По-моему, в ней пстила от нас прячется. А зачем вы свечи собираете? Не знаю. Пригодятся, думал. Придут, думал, ко мне однажды какие-то очень хорошие люди. И будем мы сидеть, чаи гонять, а потом возьму я свечку, зажгу. И придет мне в голову какая-то интересная история, или, может быть, даже сказка. Ну, я и расскажу. Так, может, подать свечу-то? Ладно. Принеси, Федор, вон тот крайний справа огарок. Только чур уговор. Вечер, сжигаем всего лишь одну свечу. И рассказывать я буду до тех пор, пока не погаснет пламя. Откуда же он? С Таймыра. Нет, с Мурманска. Да. Это будет сказка о летающем человеке и еще о парашютике. Жил да был. Так ведь все сказки начинаются. Так вот. Жил да был на свете. Один человек, летчик. Была война, и пришлось тому человеку однажды худо. Упал и сгорел в тундре его самолет. Какая же ты сказка? Так разные, Федор, сказки бывают. Сгорел, значит, самолет. И пошел летчик через тундру к своей базе. А его все искали. 3 дня и 3 ночи самолеты над тундрой летали. А на четвертой все решили, наверное, упал самолет в глубокую речку, и нечего его больше искать. Только друг не поверил в его гибель. Буду, сказал он, искать, пока не найду. А летчик все шел да шел. И однажды случилось вот что. Thank you.
так, значит. Развернул летчик бумажку, а там короткая записка. Всего три слова. Ну, да ведь при хорошей дружбе много слов и не нужно. Так ведь? Так. А тем летчиком были вы. А ведь это не важно, Федор. Важно другое. Что есть на свете люди, которые всегда откликнутся на чужую беду. Это вот важно. Послушаем, что дают нам 600 килогерц. Федь, как ты думаешь, у него дети есть? Не знаю. А я думаю, есть. Только далеко где-нибудь. Наверное, такие же полярники. А он вот один. Один, один. Одному хорошо. Одному все можно. Никого над тобой. Ты как чайка. Хочу лечу, хочу деньги плачу. Я вот один. И не надо мне никого. Батя только не помню. Бушлат помню, сапоги помню. Как уходил, помню, половицы скрипели. А всего, какой он есть, не запомнил. Сонный был. Фотографии не осталось. Павел Иванович, а вы голубей любите? Люблю. А ты голубями балуешься? А море вы любите? А чего это мне допрос учиняешь? Понимаете, мы с вами все одинаковое любим. А с бабкой Матрёной все разное. Бабку надо слушать. Она у тебя вместо матери. Спекулянтка она. И голубей не любит. Все равно. У тебя никого роднее нет. Ведь нет? Нет. А у вас кто-нибудь есть? Володька пришел. Нет, это добрая женщина, Груша. Добрый вечер. Здравствуй. Проходи, садись. Это вот Федька, а это я. Знаешь, я скоро начну коллекционировать пузырьки. Федя, на ключи, пойди в квартиру напротив, там на плите рыбный суп греется. Принеси. Что нового на заводе? Всем рыбам хвосты поотрубали. Выпейте. Ну, как он тебе? Рыжий, как огонь. А он огонь и есть. Характер на четверых полярников. Живет челкашом эдаким. Никого. Есть бабка. Только видно ей до него, как мне до того синего кита, которого вы поймать можете. Выглядите вы неважно. Разве ты помнишь, когда я выглядел хорошо? Врача бы нужно. Но... А может, его к нам на завод устроить? Нет. Ему надо учиться. Двадцать пять тысяч метров. Голубь, наверное, туда не залетит высоко. Ну, как тебе сказать? Для голубя, конечно, высоко.
А он, этот радиозонд, какой? Обыкновенный воздушный шар. А в гондоле радиопередатчик установлен. Токио. Профессор Назаки меня вызывает. Ну ничего, потом извинюсь. Уважительная причина. Ну так будь слови. А чего ж? Одевай наушники. Да не спеши. Есть. Павел Иванович, есть, правда. Это он, радиозонд. Да, это он. Запиши в тетрадь. 21 час, 38 минут, время московское. Слушали сигналы радиозонда. Родина 8. Радисты Бойко и Федосеенко. Павел Иванович, а это для науки важно? Ну, а ты как думаешь? Думаю, что не очень. Океан вон какой, а ведь весь он из капель. Мыс возвращения, гранитная гавань. Мыс разочарования. Это все здесь? Нет, Федор, этих названий на карте нет. Когда-то я их придумал. Придумал, чтобы потом оставить там. Я думал, что уже забыл их. Знаешь, Федор, для чего живет человек? Чтобы давать, говорит, название неведомому. Или только что открытому. Ну, там, к земле какой-нибудь, звезде, лекарству. Сам он мечтал Антарктиду, ну, вроде как, открыть. Названий всяких уйм еще напридумал. Есть и красивые. Гранитная гавань, например. А еще он говорит, чтобы я штаны новые купил. Денег дал. Да говорили же только вместе ходить. Слышь, на ключе работать обещал научить. Вот выучусь, уйду в море каботажить. А я? А ты телескопы будешь изобретать. А хочешь сделать интересный снимок? Федор Бойко над морем. Я встану на руках на обрыве, а ты меня снимешь. Не нужно, Федь. Нет, нужно. Меня еще никто в жизни не снимал. Всем некогда было! Я не буду снимать! Не будешь? Ну и ладно! Ну и черт с тобой! А я все равно! Давай, Фас! А теперь профиль! Хватит, Федька, хватит! Что это, а? Не знаю. Да это же цирк приехал, Шапиту. Осень, зона, дрессированные тигры Виктора Сараева. Человек в пасти у тигра. Такого еще никто никогда не видел. Заходите к нам.
нам по вечерам. Мы вас ждем. Вместе посмеемся. А я слушаю ногами музыкальные эксцентрики. Братья-туристские. Надо будет билеты купить, а? Зачем? Шапито же. Невидимкой пройдем. Ну ладно, покедова. Слушай, Федь, пошли ко мне домой, а? Обедаем. Ну чего ты думаешь-то? Пошли, а? У нас сегодня на третье компот с вишнями. Нет, я домой. У меня еще голуби не кормлены. А вечером к Федосеенко. Приходи, а? Джонстон. Майкл Джонстон, мой друг из Канады. Это его карточка? Это его. А что он говорит? Дословно вот что. Hello, мистер Павел. Как себя чувствует твое сердце? Сообщает, жена родила сына. Приглашает быть крестным отцом. А это можно? Между друзьями все можно. Вот отстучу твое имя, будет жить на свете Федор Майкл Джонстон. А что вы ему еще говорите? И я? Это мистер Майкл. Сердце стучит, как раненый барабанщик. Но он будет жить, пока жива в мире тревога. Ведь кому-то же нужно стучать тревогу. Так и говорите. Нет, это все в подтексте. Но он понимает меня. Пурга. И минус 30. А вы ему что? Заканчивай связь. 73. Лучшие пожелания. 73. Лучшие пожелания. Знаешь, куда они поплыли? Да катер там затоплен. Так они рынду, колокол такой хотят достать. А я его уже давно срезал и на чердаке висит. Так ты им скажи. Еще что, пусть поныряют. Может, чего найдут. Крабов там полно, только сеткой надо. Федь, а ты их знаешь, этих ребят? А я в городе всех знаю.
У них команда. Два шаги направо, два шаги налево. А курсов радистов у них нет. Ладно, птица затомилась. Пойдем на базар. Может, выпить хочешь, а? Да нет. А как тебя зовут? Федька. Федька. Ну давай, давай, валяй, 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 валяй отсюда. Ладно, беги. Пошли. Федька, куда пошла? Иди сюда, не проходи мимо. Лучший эффект моря, сосуд камфора. Здорово. Как здорово. Жизнь, ничего, да? Вот, смотри, Зеленерок пошел. Где? Я сейчас как костылем тебе дам. Видишь, ты какой выискался. А ну, тетка, не проходи мимо. Лучше. Сошла, сошла. Томские пальчики. Иди отсюда. Томские пальчики. Не проходи мимо. Ну, поможем. О, здоров. Здоров. Смотри. Вчера был на рыбалке, закинул удочку, рыбец берет. Во! А! Что, не веришь, что ли? Покупай, молоденькая, не сучка, ей-богу, молоденькая. Сдохнет. Он же не здешний твой хохлач, другого климата. Так это только ты и знаешь. Жмот ты, Леха. Заголодались они у тебя. Да и подкрылки ты зря обрезаешь. Федя, Федь! Дать бы тебе по шее за такие дела. Но ты... Это не мои, это вон его голуби. Для зажарки берете или как? По цену своему беру. Пристал, понимаешь, купи пару сизарей, и все тут. Пусть повыкнут. Сразу не пускай, улетят. Ничего, прикормим, не улетят. Спасибо. Пойдем, сынок. Идем, идем. Деньги, что голуби. Полетают, полетают, и обратно вернутся. Смотри, сейчас немецкого продавать буду. Продаю, что дарю, лошадь серую царю. Продаю, что дарю, лошадь серую. Отдай моих голубей! Ты что, закона не знаешь? Выкуп гони! Ты же их украл! А кто знает, а может, ты недаренный? Не зевай, ежа проглотишь! Вот так. Кому пойдут, тот и хозяин. Справедливо? Ладно, айда отсюда. Павел Ивановичу, а? Не могу я сидеть сегодня. А я пойду. Я у него азбуку Морзе учу. Не дави на ключ, Федор. Мягче работай. Я же букву учу. Все равно в нашем деле все решает привычка. Привыкнешь давить, скорость потеряешь. Слышь, Федор, пишет, формируется экспедиция в Антарктиду. Так говорит, подал заявление. А там же морозы, Федор, до 80. Где это, Павел Иванович? Да в Антарктиде. И вода там черная, как мазут. Рыбы в зимних пушистых шубах. Птиц, похожие на людей. А над головой, Федор, самое красивое в мире созвездие. Южный крест называется. Четыре больших звезды. Еще две маленьких. Павел Иванович, а почему его у нас никогда не видно? Ну, Южного креста. Далеко должно быть. А, Павел Иванович?
Павел Иванович, не надо. Слышите, Павел Иванович? Павел Иванович, Павел Иванович, что с вами, а? Вынужденная посадка, Федор. Ничего, это бывает, когда мотор отказывает. Павел Иванович, а может, за врачом? Не нужно. Я и без врачей все знаю. Такому двигателю уже капитально не дашь. Его попросту списывать надо. Выключи аппаратуру, Федор. О чем я тебе рассказывал? О Южном Кресте. Захвати свечу с подоконника. Я расскажу тебе о земле моей мечты. Зажги свечу и слушай. Она лежит на краю нашей планеты. Эта земля чем-то похожая на спящую принцессу. Над ней неслышным шагом ходит холодная серебряная луна. Ее навещает солнце. Миллионы лет они пытаются разбудить ее, но тщетно. И вот однажды к берегам Антарктиды приплыли люди. Но им показалось мало того, что они увидели далекий загадочный материк. Они решили проникнуть в неизведанное. Когда утихли метели и устоялась погода, они двинулись к Южному полюсу. Сияли над самой головой четыре больших ярких звезды. И Роту Скотту показалось, что никогда в жизни он не видел звезд красивее. Павел Иванович, а что было дальше? Может, зажжем еще одну свечу? А уговор? И потом новая свеча, это новая история. А как же с этой?
Что было с ними потом? Потом они шутили и смеялись. Доктор даже пытался подражать звукам шотландской волынки. Но мысль о неотвратимом сверлила настойчиво и все острее. 1800 километров волочили они сани к Южному полюсу. Испытали столько мучений и бед. Терпели горе утраты двух друзей. Одолели все трудности, а теперь обречены на смерть, и никто, никто не в состоянии их выручить. Когда это письмо дойдет до вас, мы с Биллом уже давно кончим свое существование, написал Роберт Скотт своему другу. Петька, и... паршивец эдакий, чего не отзывайся? Ну чего тебе? Корзины старые скинь и сам слезай, поможешь курей на базар нести. По улице пойдем. А ничего и по улице, свое небось понесем. По улице не пойду. И не свои, а не перекупленные. Ну ладно, ладно, дворами вынесешь. Ба, все, дальше не пойду. Я тебе дам не пойду. Я тебе покажу все. Голодронец ты этакой. Все. Тьфу, окаянное дитё. Чтоб тебе свалиться с высокой горы. Чтоб тебе пусто было. Чтоб тебе удачи никогда ни в чем не было. Несчастье отпусти на мою голову. Здрасте. Семен Исаевич, привет! Не узнаете мореходов? А я вас за целую милю приметил. Дай, думаю, вашу старика подойду. Значит, в цирке теперь. Простите, я вас не помню. И вообще, я не Семен Исаевич. Вы ошиблись, молодой человек. Осечка, значит, вышла. Ну, ничего, бывает. Бывает, бывает. Оригинальный жанр. Впервые на манеже цирка дрессированные голуби. Людмила Садская. Штук и все белобрысые. А может, их перекрасили? Много ты понимаешь, голубяк, перекрасили. Это же отборные царских кровей. Фокус. Вы, Сезари, у меня с языка зерно берут.
здорово. Работают павлины. Эх, хотя бы парочку на развод. Гули, 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 гули. Боятся. Ничего, пообвыкнут. И не такие номера будут делать. Оригинальный жанр. Впервые на манеже цирка дрессированные голуби. Людмила Савская. Гули. Петко! Петко, бес! Во, глянь. Федя. Амба. Сделал, что пришел ко мне. Когда тонет большой корабль, на помощь спешат даже старые баркасы. Пойдем. А теперь иди домой и успокойся. Я не уйду отсюда до тех пор, пока мне не поверишь, что Федор будет человеком. Иди. Нравится песня? Вот и я говорю, нет лучше. Друг у меня есть, так это его любимая. А вон тот парусник плывет Федор к Босфору. А потом через весь Индийский океан. И на 40-й день упрется он в высокий ледяной барьер. Да нет, Павел Иванович, то рыбкомбинатовская филюга. И плывет она замороженной салакой. Если долго смотреть в море, Федор, можно увидеть то, что очень хочешь. Огоньков не разживался? Трубка не горит. Спичек нет. Могу предложить огниво. Спасибо. Здесь магазин недалеко. Павел Иванович, а зачем вы его носите? Привычки с Арктики. Боязнь остаться без огня. Thank you.
А песок теплый? Еще какой. А ну подожди-ка, малость. О, теперь совсем другое дело. А песок и впрямь теплый. Тысяч хромых китов. Постоим немного, Федор. Что-то у меня голова закружилась. Это от табака. Не надо было курить. Он с непривычки сильно в голову шибает. А что мне было делать? Ты в кутузке. Самовар распаялся. Туч с севера надвигается. Вот я и... Пошли домой. А то доктор будет ругаться. Мы и так долго гуляли. Доктора здесь нет. А мы с тобой есть. И нам с тобой нужен дотел сюда. И бросит здесь в море монету. У тебя есть мелочь? Нет. Ну, в следующий раз. Следующего раза может и не быть. Возьми, тебе бросать. А вы? Не, не надо. Брось монету и скажи, чтобы всегда вернуться к родному берегу. Чтоб всегда вернуться к родному берегу. Тетя Груш, а почему Павел Иванович еще сын не приезжает? Сын? Он тебе сам о сыне сказал? Нет, я фотографию случайно видел. Молодой такой, в кителе. Я думала, вы знаете. А может, и вправду сын? И похож? Похож, даже очень похож. Бывает, ссорятся мужики. Может, и они чего не поделили. Херсон, судоремонтный завод, Федосеенко. Сообщаю вам, что отец ваш, Павел Иванович, тяжело болен. Тяжело болен и ждет не дождется, когда вы его навестите. Еще у него плохой пульс, а ваша фотография стоит у него на столе, и он все время думает про вас и ждет. Сосед Федор Бойко. Да, с грамматикой у вас плоховато, молодой человек. Обыкновенный будете посылать? Обыкновенный. 9:45. Вот все. Больше нет. Не морочьте мне голову. Телеграмма стоит 9 рублей 45 копеек. Следующий. Как же? Ведь это очень важная телеграмма. Можно дам тебе совет, мальчик? Это очень важная телеграмма, но в ней много лишних слов. Нет там лишних слов. Здесь все как надо. Телеграмма очень чувствительная. А так и надо. Пусть у него там засвербит. Эх, был бы у меня отец. Погоди, мальчик. Сколько нужно доплатить за телеграмму в Херсон? 2 рубля 10 копеек. Пожалуйста, и пусть не будет все так, как здесь написано. А это что, Павел Иванович? Это самолет запрашивает посадку в Симферополь. Кирч, рыбкомбинат из Затара с кем-то ругается. А это? Принеси лекарство, Федор.
Где-то он тебе завидовал, капитан Роберт Скотт. Ты увидишь эту закованную в ледяной панцирь землю. Если будешь идти, идти, до конца идти. Ты меня понимаешь? Да. До конца. Только тогда стоит жить. У ветра, Федор, есть крылья. У моря глубина. А у человека мечта. Залезай! Ну как ты? А, по-старому. Из Херсона есть что-нибудь? Я решил туда сам податься. А ты у него эти дни подежурил бы, что ли? Не могу, врачиха была, постельный режим прописала. А если ты Алаверды? Ну, сбежишь. Не могу, врачиха говорит, свинка, заразная болезнь. Хм. Ну, нельзя так нельзя. Покедова. Федя! Ну чего еще? Слушай, ты знаешь, ну Стаса Боярчука, ну тот, что мой рыбу доставал. Быстрее достоять не на чем. Так вот, он и подежурит у Федосеенко. А я, как только можно будет, сразу... Федя, не ушибся? Да нет. А где он живет, Стас-то? А ты пойди на водную станцию, там и разыщешь. Ладно. Где тут у вас Стас Боярчук? А вон он. Здорово, адмиралы. Здравствуй, дрессировщик. Привет. Говорили мне, шибко в рынду все лето в море искали. Ну? Дарю. Та самая с катера. Спасибо. Еще одно дело есть. Ну, говори. Я на вокзал тороплюсь. По дороге все расскажу. Идет? Идет. Понимаешь, ему нельзя быть одному. Никак. Днем еще куда ни шло. А вечером на него тоска нападает. Ясно. Давай. Общий, годится. А билет? Какой билет? Ихний министр нашему завсегда должен. Теперь так, ты ему про это ни слова. Спросит, скажи, мол, с рыбаками в море ушел. Ясно. А доложиться не успел. Про Вовку тоже скажи, как есть, свинка у него. Ладно. Зайди к нему завтра вечером. А то груша эту неделю вечерней. Ключ запомнил за батареей. А лекарство в случае чего? В коричневом пузырьке. Знаю. Покедова! Thank you.
Берегись! Берегись! Кто тебя сюда пустил? Я тебя спрашиваю, черт рыжий, ведь убийца мог. Ты что здесь делаешь? Пустите! Пустите! Ну, пошли! Да, это, конечно, непорядок, Федор. Так-то без спросу из дома бежать. А что, если твоя бабка уже во все колокола звонит? Федосеенко тоже курит. Только трубку. Врачи ему запрещают, а он все равно. Ну что хорошего? Врачей надо слушаться, Федор. А вы? Что я? Вы вот только что таблетки глотали, а теперь курите. Вообще-то, не всему, что нельзя, нужно подчиняться. Вот поэтому я и приехал сюда. Без спроса. Все, какие списки, проверил Николай Петрович. Федосеев есть, два Федотова, один в 49-м уволился. Фетюхин есть, Фесенко, а Федосеенко нет и не было. Последние 10 лет при мне точно не было. Вот так, значит, нет у нас Федосеенко. Может, ты что-то напутал, а? А может, выехал куда? Все ведь может быть. Короче, я попрошу Станислава Васильевича все это выяснить. Спасибо. Спасибо, это потом. Ты ночевать-то где собираешься? На вокзале, где же еще? На вокзале. А вдруг милиция? А документов у тебя никаких? Вот тебе записка. На проспекте Ушакова, 83, наше общежитие. Найдешь коменданта. Есть там такой Кошелев. Он тебя устроит. Держи. Ну, бывай. До свиданица. А случайно будете в нашем городе, заходите. Спросите на заводской стороне Федьку Голубятника. Там меня всякий знает. Ладно, ладно. Фамилию коменданта запомнил? Кошелев, Кошелев, всех Кошелев. Замазка Кошелев, дрова Кошелев, дорожка Кошелев. А что я вам, Иисус Христос, где я вас всех места найду? Вон твоя третья кровать. Переночуешь, только до утра. Так. Мыло в тумбочке. И на ночь помыться. О, нашего полку прибыло. Да ты проходи, не робей. На работу к нам, что ли? Чего молчишь-то? Есть, знаешь, такая игра. В молчанку. Кто дольше промолчит, тот выиграл. В нее, что ли, играешь, а? Или обидел кто? А ты забыл? Забыл, как рыжим чертом обозвал? Так ни за что, за здорово живешь. Рыжим чертом? Так ведь мне же можно. Гляди, я же ведь тоже рыжий. И фамилия у меня такая с рыжиной, Руденко. Ну, а обругал я тебя, положим, перепугу, чуть, знаешь, не стукнул. Так что ты уж не обижайся. А? Мир? Ну? Ладно, чего-то. Ну вот, а теперь в душ. А ты шершавый. Да есть маленько. Федосеенко тоже. Это вот кто тебе? Приятель. В детстве еще. Глупые, знаешь, были, с ножами ходили. А это? Осколок в 42-м. Это вот пуля немецкая, когда из концлагеря бежал. А вон то? Тоже пуля. Немецкая? Ну что ты ко мне пристал? Одевайся быстрее. Скажи, Руденко, а кем ты в армии был? Я на флоте служил. Ух ты, капитаном? Капитаном. Матросом был. У меня отец тоже матросом был. Так у тебя что же, выходит, родителей нет? Ну, почему же? Бабка Матрёна есть. Еще Федосеенко. Все сыновья к себе зовет. Вот приеду и, наверное, перейду к нему. Знаешь, Руденко, паршиво одному. Спишь? Я тоже на новом месте всегда плохо сплю. Я думаю,
Ты правда хотел стать капитаном? Да было такое. И не стал. Федосеенко мечтал до Антарктиды долететь. И не долетел. Что же тогда говорят, что человек хозяин жизни? А, Руденко? Это правильно говорят. Очень правильно. Только многие не верят этому. Не привыкли верить. Ведь если человек хозяин жизни, у него взгляд другой. Он на 100 километров вперед видит. Чтоб лучше всем было, старается. Ну, потому что хозяин, понимаешь? Понимаю. Скажи, Руденко, а ты хозяин жизни? Стараюсь. А я? Ты-то? Так это ты, что ли, будешь Бойко? Я. Завкадрами велел тебе передать, что... Склероз. Что же он мне велел передать тебе? Что он мне велел передать? Был такой Федосеенко в 24-м году на судоверфи, но уволился. И уехал в школу красных летчиков. Он? Так это же... Это же его сын! Какой сын? Вот же написано. Вот. Федосеенко Павел Иванович. А ты говоришь, сын. Спасибо. Он умер в тот вечер, когда ты уехал. Я на работе была.
Слушай, Вовка. Слушай, повторяй за мной. Чтобы мне свалиться с высокой горы. Чтобы мне свалиться с высокой горы. Чтобы мне никогда не было удачи. Чтобы мне никогда не было удачи. Если я в своей жизни не увижу Южный Крест. Если я в своей жизни не увижу Южный Крест. А теперь мы будем последними трепачами, если забудем все это. Три лучшие пожелания. Знаешь, с кем я сейчас разговаривал? С кем? С Джонстоном. Джонстоном? Постой, Джонстон, Джонстон. Ты знаешь, Федька, знакомая фамилия. Смотри, помнишь? О, Майкл Джонстон, Канада. Конечно, помню. Жак Арп, Аляска. Лючио Тамайо, Мексика, Антарктида, Федосеенко. Поль Альмази, Париж, Антарктида, Федосеенко. Профессор Назаки, Антарктида, Федосеенко. Ничего не понимаю. Я связался с ними, со всеми друзьями Федосеенко. Но сказать, что он умер, я не мог. Не мог, понимаешь? Есть монета? Есть. А зачем? Брось ее здесь и скажи, чтобы еще раз вернуться к этим берегам. Чтобы еще раз вернуться к этим берегам.